Доброе утро, команда! Вы, наверное, ожидали услышать сегодня голос Михаила, а тут я. Сейчас, прям секундочку. Так, я снова с вами, а то на всех компьютерах звук включила. Как слышно меня? Поставьте плюсики. Кто с нами? Так, отлично. Сегодня с вами с утра начну я, Лилия Донскова. Сегодня у нас будет эксклюзивное выступление нашего партнера и без пяти минут уже нового менеджера 12% разницы Натальи. И чуть позже подойдет Михаил и расскажет нам самые сногсшибательные новости. Я не зря сегодня ставила такие ролики зажигательные, потому что у каждого из вас неожиданно вдруг появилась возможность уже в этом году квалифицироваться на конференцию менеджеров. Вы только представьте себе, я когда об этом узнала, волна мурашек, восторга и вдохновения просто накрыла, я не знаю, как самый сильный морской такой, как это назвать, бурный прилив. И я хочу сказать, что сейчас вы, может быть, пока не верите в это, но каждый из вас может уже в этом году полететь на конференцию. Ребята, это реальность абсолютно. Когда мы рассказали это маме Мишиной, она сказала, это не может такого быть. В стране кризис, всех людей увольняют, сокращают зарплаты. Откуда столько денег? Ну откуда? Почему вас отправляют, вы все время куда-то едете, чем-то занимаетесь, банкеты, мероприятия? Ведь это стоит безумных денег. И она совершенно права, это стоит огромных денег. И это реальность, потому что мы уже ездим на эти конференции, на банкете, и мы здесь для того, чтобы вас научить, чтобы ваша жизнь изменилась полностью в лучшую сторону, и чтобы вы тоже начали ездить на банкеты, на конференции. Итак, команда, вы готовы к супер-мега-новостям? Немножечко расскажу промежуточные итоги работы в каталоге номер один. На сегодняшний момент в нашу команду пришли 254 новичка, то есть мы бьем рекорды уже почти на 100 человек больше, чем в прошлом каталоге, а у нас еще целых 2 дня, и у нас очень здорово поднялся рекрутинг, просто молодцы. 39 рекрутов, 10 квалифицированных рекрутов, то есть 10 человек прошли первый шаг стартовой программы и получат подарки. И вот они, наши рекруты, посмотрите на них. Здесь наверняка есть ваши люди из вашей команды. Аплодисменты, кто видит своих подопечных. Ребят, когда человек проходит первый шаг, это, конечно же, огромнейшая заслуга спонсора. Потому что именно спонсор грамотно объясняет, как сделать первый шаг, для чего это нужно, какие выгоды, какие преимущества. И поаплодируйте сами себе, значит, вы уже научились вкусно рассказывать, и люди вам верят и идут за вами. Вы просто огромные молодцы. Итак, акции каталога номер... даже не один, но, наверное, она растянется на несколько каталогов. Это мотивационная программа и менеджерская конференция. Ребят, я вот слайда не знаю, но сейчас посмотрим. Так, у нас претендуют на выплаты за выполнение программы для менеджеров. Посмотрите, список менеджеров огромный. Это люди, которые могут участвовать в этой программе, кто квалифицировался по итогам 17-го каталога. И посмотрите, у нас уже Лена Лукоянова выполнила минимальный план. Почему только Лена? Ребят, 2 дня у вас есть, чтобы подтянуться. Смотрите, что вас ждет. Если вы стартовали с 9%, значит, это будет 9 тысяч рублей премия. А если вы с 18 стартовали, то 18. Остальные сами себя посмотрят. Ребят, неужели ради таких денег нельзя, да, вот себя преодолеть и начать работать с новичками, вдохновлять их на прохождение первого шага? Ребят, ведь это ваши деньги, в первую очередь, те деньги, которые вы принесете в семью, это те деньги, которые будут лучше всего доказывать действительность происходящего, чтобы уже люди могли показать реальные выплаты и сказать, да, этот бизнес работает. Так идите, сделайте, смотрите, сколько вас много, а сделала пока только Лена. Леночка, конечно, мы тобой гордимся, но я хочу гордиться всеми, чтобы все были в зеленой зоне. Ребята, вы это можете, я это точно знаю.
Потянитесь целых 2 дня. За эти 2 дня можно столько чудес натворить. Знаете, у меня такая история была. Пришла девочка, уже зарегистрирована, у нее был последний день квалификации, то есть вечером нужно было сделать заказ. Я ей все прекрасно объяснила, рассказала, показала, какие она подарки получит, а заказа еще вообще никакого не было. Пообщавшись со мной, она сказала: а есть каталоги? Я говорю: ну парочку найду. Я ей дала каталоги, а еще она обнаглела и сказала: а может быть набор пробничков дашь на прокат? Я говорю: ну возьми, дала ей свой набор пробников. Вы знаете, ребят, в 11 вечера она мне позвонила и сделала заказ не на 100 баллов, а на 150. Я ей сказала, говорю: Катя, как ты это сделала? Она говорит: а ты знаешь, я просто поехала по гостям. Я звонила прям по списку и говорила: ты дома? Да, я еду к тебе, ставь чайник. Просто объехала несколько подружек, дома были мамы, и они все полистали каталоги, нюхали пробники парфюмов, пробовали помады, сделали все заказы огромные. Девчонка сразу не то что первый шаг прошла, а прошла в премьер-клуб. Поэтому я всегда говорю: нереально, реально, невозможное, возможно. И если кто-то говорит: нет, я это не могу, ребят, это просто вы сами себе даете такую установку дурацкую. Потому что нет, это не факт. Это чье-то мнение, просто чье-то совершенно необъективное мнение. Потому что можно сделать все, что угодно. И за день 150 баллов набрать. А есть любые какие вот истории, когда человек за один каталог становится директором. Вы тоже скажете, это невозможно? Но таких же историй много. И люди выступают, записывают видео, выкладывают в YouTube. Посмотрите, если кто-то это сделал, значит, это может сделать в принципе, значит, любой человек. Правильно? Значит, нужно просто поучиться, спросить у них, как вы это сделали, и повторять эти же действия. Ребят, никто в этом бизнесе не делает ничего сверхъестественного. Поверьте мне, мы все делаем с вами одно и то же. Одни и те же постоянные действия каждый день. Просто кто-то делает это с верой и с энтузиазмом, и не замечает негатива. То есть негатив он откидывает, вообще выкидывает за дверь, да, и не берет его с собой. А кто-то с этим негативом тащится, да, дальше. И вот вчера в чате читала, что кто-то говорит, вам отвечает негативно, плохо, может даже такими матерными словами. Ребят, но эти люди, они вам посланы как тренажеры, чтобы оттренировать вашу сверхустойчивость к негативу. Да, вы их должны поблагодарить. Потому что, в принципе, конечно, есть негатив. Вы знаете, как да, в мире, в сказках у всех есть добро и зло, и добро всегда побеждает. Так вот, мы тоже да, всегда будем победителями. Верно? Так, и ура! У нас сейчас будет эксклюзивное выступление Наташеньки. Наташа, Миша, по-моему, твою фамилию неправильно написала. Вы ничего, я думаю, это не принципиально. Ты у нас одна, единственная, неповторимая. Наташа пришла к нам в 13-м каталоге 23 сентября. А в 17-м каталоге по итогам года у Наташи был 171 личный балл, а групповых 1562, то есть прям чуть-чуть до 12 в прошлом каталоге не хватило. А на сегодняшний момент, вернее, на вчерашний вечер, у нее уже было групповые баллы 17-17, такое красивое число, то есть сегодня уже, я уверена, будет новый результат, новое достижение. Ребята, поприветствуйте Наталью, я знаю, что она немножечко волнуется. Наташа просто очаровательная девушка, мамочка двоих деток, и я не буду сейчас за нее рассказывать, я уверена, что она все сама вам расскажет, ответит на все вопросы, которые вы ей зададите. И, Наталья, вперед! Добрый час! Аплодисменты тебе! Всем привет! Ну, начинаю свою первую планерку, так сказать. Меня зовут Разница Наталья, я из города Пермь, я замужем, и у нас двое маленьких деток. До проекта я работала обычным продавцом-консультантом, и в 2012 году я ушла в декрет. И так получилось, что из одного декрета я ушла сразу же во второй декрет. И так как я долгое время находилась дома, я уже как-то заскучала, мне захотелось
на работу уже, ну, так как возможности не было выйти в детский садик, еще детям рано, и я решила искать что-нибудь в интернете. И вот как-то набрала я ВКонтакте поиск работы и наткнулась на страничку... Тихо. И наткнулась на страничку Лилии Донсковой. Вот. Облазила всю ее страничку, все у нее перечитала несколько раз, все пересмотрела. У нее стояла там картиночка, нужно было поставить пятерочки, ну, запрос о работе. Вот, я поставила и стала ждать, когда мне Лилия ответит. И так получилось, что у Лили страничку заблокировали временно. И вот только через 2 месяца мне Лиля написала все подробности о работе. 23 сентября она меня зарегистрировала. И я сразу начала изучать наш обучающий сайт. Вот. Потом Лиля рассказала мне, что уже сейчас можно начинать экономить, что если в течение 72 часов сделать свой первый заказ, то регистрация будет бесплатной. Вот, я посмотрела каталог и увидела водичку от Димы Билана. И как-то так сразу вспомнила, что когда только мы с мужем познакомились, он этой водичкой пользовался. Ну, я думаю, закажу ее, подарок, так сказать, сделаю. Вот, потом узнала, что компания не только консультантам делает скидки, да, еще и делает такие подарки за прохождение шагов. Вот, и в тот момент как раз в подарок была пудра и помада Giordani Gold за прохождение первого шага. Вот, а я зарегистрировалась как раз на 3-й неделе, получается. То есть каталог уже вот, ну, последняя неделя оставалась. И я думала, что я вот за эту неделю должна сделать 100 баллов. Не то, что там за 21 день после регистрации, а вот за эту неделю. Неправильно, видимо, я понимала тогда еще. Вот, и мне надо было успеть набрать эти 100 баллов, чтобы получить подарок. Вот, я начала всех своих родственников, знакомых обзванивать. ВКонтакте каталог скидывала. И так я вот за одну неделю набрала 100 баллов. И росла. Тихо. Вот. И уже в следующем... Да, я сделала эти 100 баллов. Уже в следующем, получается, каталоге вместе с заказом мне уже пришли подарочки мои. Вот. Конечно же, радости не было предела. Очень нам все понравилось. И мы влюбились в Oriflame, так сказать. Вот. Во втором каталоге у меня уже появилась скидка 50% на любой продукт. Мы так с мужем поговорили, посмотрели каталог и решили ее использовать на витаминки, потому что очень выгодно получается. Вот. Уже были наслышаны о этих витаминах, потому что в чатах уже девочки писали, что мужьям заказывают, мужья пропьют один курс и начинают простить уже, что витаминки заказываются, надо снова заказывать. Вот, и мы тоже решили. Лили еще рассказала все подробности о этих витаминах. Вот. Ну, мы увидели улучшение. У мужа у меня трескалась кожа на пальцах рук. И вот когда он пропил, вообще все прекратилось. Он мне, ну, сразу же сказал, что я их буду пить, надо еще заказывать. Я, говорит, прям вижу улучшение. И все, и на каждую скидку теперь мы заказываем только витаминки. Вот. Также заказывала, вот я себе заказала первый раз шампунь и бальзам для сухих волос. Мне тоже она очень понравилась. У меня волосы не стали выпадывать. Вот. Детям заказали шампуньки. Шампунь вот детская очень нам понравилась. Мы уже второй раз ее заказали. Она и мылится отлично, и волосы у дочки послушные, мягкие. Прям вообще очень нравится. Также мы мыло полюбили.
Это вообще что-то. Во-первых, их хватает надолго. Во-вторых, запах вообще обалденный. Сами уже, наверное, все знаете. Вот. И на руках нет никаких раздражений. У меня у самой кожа такая прям ко всему это. Раздражение у меня, сухая кожа, от этих мыл у меня прям вообще. Вот. Жидкое мыло нам тоже понравилось очень. Один раз вот мы попробовали, у меня муж увидел его, понюхал, попробовал, посмеялся даже, говорит, это мыло будем по праздникам только использовать. Ну, это шутка, конечно, была. Но она нам вообще очень понравилась. Она у нас заканчивается, надо обязательно приобрести его еще. Вот. Потом мы также на эту 50% скидку витаминки дочки заказали. Ей уже есть 3 годика. Вот, она тоже у нас довольная такая, только успевает, просит эти витаминки. Вот, так. Ну и вот, 2 каталога я делала по 100 баллов. Потом я как-то в чате увидела, что Олечка Мальцева написала, для своей семьи, говорит, вот у меня не получается меньше 260 баллов даже вот сделать, только для своей семьи. Я такая думаю, ну ничего себе, для одной семьи, да, как бы 260 баллов, а я тут 150 не могу сделать. Вот я начала каталоги раздавать, всех притягивать к себе. Вот, и уже в 3-м каталоге я уже сделала 150 баллов. Увидела, конечно, разницу. Питку уже такую большую. Вот. В последующих уже каталогах я стараюсь делать 150 баллов. Вот. И за прохождение всех 4 шагов мне в подарок пришла соковыжималка. Она мне как раз пришла перед Новым годом. Был такой подарок мне на Новый год. Да, мы ее уже попробовали, мы ее сразу же помыли. И апельсиновый сок первый день мы сразу же прям сделали. Все в восторге остались. Очень нам понравилось. Яблочный сок уже тоже делали. Дети прям смотрят, как это все делается. У нас просто до этого не было. Тихо, Ирина. Вот. Ну и, наверное, все, что я хотела рассказать. Еще я хотела всем пожелать побольше регистраций, золотых корабликов, так сказать. И еще хочу сказать, что советую всем, кто еще не делает 150 баллов, обязательно делать. Быть в премьер-клубе. Это и не только выгодно, да? Еще и товарооборот в команде быстро растет. Вот, ну и все. Спасибо, что пришли. Попасть на что, на конференцию? А, вот. Конечно. Очень хочется и увидеть всех, и побывать везде, потому что дальше, кроме своей, как бы, России нигде не были. Конечно, охота везде побывать. С Орифлеймом, я думаю, все получится. Не сейчас, так попозже. Вот. Всем спасибо. Всем пока. Привет, друзья, как меня слышно? Дайте обратную связь. Так, я знаю, что меня слышно. Спасибо большое, Наташа, за такой рассказ, как пришла в данный бизнес, как пришла проект, как любишь продукцию и о дальнейших планах. Так, друзья, и я рад вас приветствовать. Доброе утро всей команде. Сегодня у нас пятница, завтра уже у нас последний, заключительный день каталога номер один. Да, Наташа молодчина. У Наташи уже, я уверен, что буквально через 5 минут уже мы будем поздравлять ее с новым уровнем менеджер 12%. Супер. Друзья, и у нас для вас есть отличная новость, новость, которая уже вас всех взбудоражила. Уже сегодня мы начнем планирование для выполнения данной конференции, квалификации на конференцию.
Это, конечно же, второй шаг на международную конференцию, на менеджерскую конференцию в 2016 году. Второй шанс для тех участников, которые не выполнили по каким-либо причинам первую возможность, для тех человек, которые к нам только присоединились или присоединятся вплоть до шестого каталога, включительно 2016 года. Сейчас мы об этом с вами поговорим. То есть возможность поехать, полететь, а может быть и поплыть в этом году, то мы пока не знаем, где у нас будет проходить конференция. Компания держит в полном секрете. Я думаю, это будет, уверен, это будет супер новость, супер страна, очень интересно. И поэтому компания нас удивляет новыми возможностями квалификации повторно. Лен, Испания не отменилась. Испания для европейской части компании, для европейских стран, то есть здесь небольшие разъяснения пришли. Испания для европейских. Для России будет другая страна, конкретно какая, известно, будет вот буквально на днях. Сейчас проходит у нас конференция в Дохе, Катар, и там все объявят. Итак, друзья, подробнее к нашей акции, к нашим квалификациям. У всех имеется второй шанс, то есть кто у нас квалифицировался, допустим, я имею возможность заработать еще одну путевку и взять кого-то на свое усмотрение. И для новых консультантов имеется у нас возможность снова, точнее не снова, а выполнить все условия и полететь также с нами. Итак, давайте посмотрим на условия, какие же условия у нас для наших новичков, которые у нас придут, которые у нас еще не пришли, или для наших партнеров, которые у нас не успели квалифицироваться в первый раз. Итак, друзья, большинство людей у нас на начале нашей лестницы успеха, на карьерной лестнице успеха, это от 0 до 9%. Их очень много, и именно их нужно мотивировать на выполнение данной программы. Именно наших новичков, именно наши новички, когда поймут суть бизнеса, когда начнут развиваться, именно за счет них наша команда вырастет просто в геометрической прогрессии. Итак, нашим новичкам с уровня 0% и 9%, причем этот уровень у нас фиксируется по итогам каталога номер 17 2015 года. То есть первый каталог у нас в расчет не берется. По итогам каталога номер 17 берется ваш максимальный уровень. Я в распечатке могу посмотреть за всю команду. Вы также можете открыть свою распечатку, заказать информационный листок за каталог номер 17 2015 года. Вы все уже знаете, как заказывать информационный листок. И смотрите в графе максимальный процентный уровень у вас или у ваших партнеров, какой процентный уровень у вас был на тот момент. То есть кто у нас, допустим, по итогам 17-го каталога вышел на уровень 9%, и по итогам каталога номер 1 выходит на уровень 12%. Допустим, наглядный пример нам Наташа Разницына, которая выступала. У нее буквально без 5 минут сейчас уровень менеджер 12%. Но она будет участвовать в программе как менеджер 9%. Так, кто еще не пришел или пришел сейчас, они у нас будут участвовать как раз по начальному уровню 0,9%. Поэтому... Всем понятно? Итак, нам необходимо нашим новичкам, нашим партнерам на данном уровне 0,9% достигнуть уже в шестом каталоге 2016 года уровня 15% и продержать данный уровень 3 каталога – 6, 7 и 8. Даже если новичок пришел у нас в каталоге номер 6, прямо с первого каталога он активно стартует, выходит на уровень 15%, то ему все засчитывается. То есть у нас имеют возможность квалифицироваться все новички, пришедшие включительно в шестом каталоге. И у нас такая же система, план по пью-рекрутированию, по квалифицированным рекрутам, как для
первой волны квалификации, так и для действующей программы, мотивационной программы для менеджеров. То есть каждый каталог нам необходим для наших новичков, для наших партнеров от 0 до 9 начального уровня процентов набирать как минимум 2 квалифицированных рекрута. У нас программа идет со 2 по 8, то есть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 каталогов у нас идет данная квалификация. Как минимум 2 квалифицированных рекрута у вас должно быть в каталог, в идеале 3 и более. То есть 3 квалифицированных рекрута на 7 умножаем, получаем 21 квалифицированный рекрут суммарно. План по суммарным квалифицированным рекрутам 20. Да, за 7 каталогов нужно набрать 20 кьюшек, 20 кью-рекрутов, но минимум 2 в каталог должно быть. И обязательный уровень, необходимый 6, 7, 8 каталоги показать, процентный 15%, и как минимум отрыв у вас должен быть в 1% уровень от нижестоящих партнеров. Наташ, по команде. То есть, если смотрим конкретно твою структуру, у тебя в команде имеются активные девочки Лена Лукоянова, Даша Самохина, Юля Соломатина. То есть, вся их работа идет в зачет тебе. Но нужно учитывать, что если вы являетесь у нас менеджером 9%, то для вас необходимо достигнуть уровня 15%. Если под вами ваши партнеры выходят на уровень менеджер 15% и квалифицируются на данную программу, то для вас необходимо как минимум 1% уровень наращивать. То есть если под Наташей Разницыной Лена Лукоянова успешно выполняет квалификацию, выходит на уровень 15%, а у них уровень одинаковый был на стартовый, то Наташе Разницыной нужно показать отрыв как минимум в 1% уровень. Условия по IQ-рекрутированию все те же самые 20 кьюшек, но процентный уровень должен быть уже 18%. Аналогичная ситуация у нас и для следующих менеджеров 12, 15, 18, старших менеджеров 22% и для директорской структуры. Личный заказ 150 баллов в каталог нету здесь обязательных условий по 150 баллам, но, друзья, с данных уровней, если у вас активно развивается команда, такое огромное количество новичков, активных новичков, квалифицированных рекрутов, 150 баллов не делать, это прям лишайте себя зарплаты. Итак, друзья, с сегодняшнего дня я сейчас подготовлю таблицы по планированию, примерный план, я раскидаю его по всем чатом, чтобы вы брали за образец, если есть какие дополнения, изменяли, вносили изменения в данной таблице. По данным таблицам мы будем с вами планировать ваш результат и результат, конечно же, вашей команды. Да, будет супер, Лен, запланировать и, конечно же, встретиться. То есть, поймите, друзья, сейчас у вас у всех, вот кто сейчас в комнате находится, кто по каким-то причинам не мог сегодня прийти на планерку, даже у тех новичков, которые вы пригласите сегодня, пригласите завтра, в следующем каталоге, у всех есть возможность участвовать в международной конференции. Да, компания просто настолько удивляет именно в этот период, когда валюта растет, когда всех людей сокращают, компания для нас делает просто шикарнейшие условия, все условия для работы. И обращаю ваше внимание, все предыдущие золотые конференции, которые у нас проходили в компании ежегодно, максимум 2-2500 тысяч человек собирали. На конференцию, на золотую конференцию 2017 года компания анонсировала, примерно 6 тысяч человек будет участвовать в конференции. Компания же не с потолка взяла такие цифры. То есть в 3 раза больше людей станут золотыми директорами. Благодаря чему? А как раз благодаря вот этой вот менеджерской конференции, второй волне, второму шансу, когда люди у нас просто взорвутся, начнут выполнять данную квалификацию,
слетают на свою конференцию, замотивируются, приедут и с новыми силами просто очень легко выполнят новый уровень «Золотой директор» и полетят, поплывут точнее, на шикарном лайнере по морям и океанам. Так, Аня, это вопрос не по делу, это мы обсудим в чате. Друзья, какие вопросы у нас еще есть по конференции? Поймите, участвовать может каждый. Планировать должны вот просто с каждым человеком. Аня, если срочно, позвони Лиле, пожалуйста. Она сейчас на телефоне может ответить. Ну и, конечно же, для наших людей, которые у нас, я и Вика Безумова, которые практически квалифицировались у нас на выполнение, на конференцию уже, мы имеем возможность получить второй билет. Нам необходимо, мне и Вике Безумовой, показать по итогам каталога номер 6 с 6 по 8, прирастить 2% уровня. То есть если я сейчас менеджер 18%, мне необходимо открыть звание, точнее, стать старшим менеджером. Также и Вике. Она будет у нас менеджер 15%, ей также необходимо достичь уровня старший менеджер 22%. И вторая путевка у нас в кармане. Супер предложение, супер условия. Компания нас очень балует. Так, друзья, вопросы. Так, это у нас для директоров. У нас Лиля на текущий момент директор. Так, Машкюшки не важны. Необходимо показать, да, необходимо показать прирост по команде. Но это для тех людей, которые квалифицировались у нас уже точно на поездку. Да, Вике нужно на 22, то есть 2% уровня прирастить. 15 у нее есть, 18 следующий и 22. 22 Вика открывает, получает вторую путевку бесплатно. Отлично. Итак, планы сегодня. Будьте готовы уже начать строить. Таблички прямо сейчас я приступаю к работе. Составляем. И ждем ваших звонков в скайпе. Будем звонить сами. Мы хотим увидеть всех вас на конференции. Круто. Спасибо большое, друзья, за то, что пришли на планерку сегодня. Спасибо большое Наташе Разницыной за выступление. У нас уже традиция такая, каждую планерку у нас выступает новый человек. Супер. Всем желаю успехов. У нас еще 2 дня для выполнения всех наших поставленных планов, целей, достижений, чтобы во вторник, в следующий вторник, мы могли с гордостью представить свою команду, похвалиться, принять поздравления, ну и, конечно же, премии. У нас очень много будет премий по программе «Турборост». Всем желаю успехов, мы на связи, всем пока-пока. И, конечно же, сейчас поставлю ролик, мой самый любимый ролик, как я вам об этом говорил всегда, как я его расхваливал, ролик про золотую конференцию 2014 года, лайнер мечты. Смотрите на него, представляете 2017 и понимаете, что 2017 будет еще круче. Просто рядом не стояло 2014, потому что в 2017 компания будет отмечать свое 50-летие, и золотая конференция будет на порядок выше, на порядок круче, торжественнее, мощнее и так далее. Всем пока!